Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами открыть подарочек, который ко мне прилетел от одного из моих друзей, Рэйм Рэхэнк. Огромное тебе спасибо за данный презент, мне безумно приятно. Я не знаю, что там внутри, ребят, мы ни о чем не договаривались, поэтому это для меня будет истинно настоящим сюрпризом. И что бы там ни лежало, я все равно безумно рад и безумно благодарен за проявление внимания ко мне и за поддержку канала в его развитии. Если вы хотите взять пример с Рэйм Рэхэнк и готовы поддержать канал в его развитии, отправляя подарочек, сделайте это на игровой никнейм, который указан в описании к данному видосу. Я вам буду безумно благодарен и обязательно сниму об этом видео и выложу, как только подарочек прилетит. Рэйм Рэхэнк, еще раз тебе огромное спасибо, респект и уважуха. Ну что, друзья, открываем, попробуем забрать это. Офигеть! Просто офигенский подарок. Почему? Потому что из мистического сертификата я уж точно что-то заберу. Если вы смотрели последние мои открытия мистиков, то понимаете, что я не сильно позитивно к ним отношусь, не сильно позитивно настроен. Также есть осколки Фортиума, а значит, на этом аккаунте я тоже смогу забрать хотя бы забрать Василиска. Ну что, открываем. Давайте начнем с контейнеров. Спасибо большое. Ну что, сейчас что-то будет. Сейчас как дропнется... Что там у нас внутри может быть? У нас тут внутри даже голда может быть. Целых 150 тысяч. Вот это было бы круто, ребят. Было бы круто сейчас превратить свой аккаунт в основной в один клик. Просто вот так вот. Взять 150 тысяч и купить все, что хочешь. Ну что, открываем. Поехали. Раз. 200 голды. Жаль. Жаль. Хочется больше, понятное дело. Ну, давай. 5 кусков голды. Вау. Просто супер. Это какие-то подкрученные мистики. Реально. Так, ну хорошо. Здесь пошли по стандарту. Забираем. Но, ребята, здесь есть 3 мистических контейнера, которые я ни разу не открывал. Это контейнеры 3 уровня. Там, где целых 15% шанс выпадения. Почему говорю целых? Потому что это действительно в процентах очень много. Что это сейчас по факту будет? Будет мистический сертификат или нет? 10 тысяч свободки. 10 тысяч свободки, ну пожалуйста, ну да, еще один мистик, помимо того, который и так в комплекте шел. Нет, к сожалению, нет, и это очень обидно, ну серьезно, прям совсем-совсем обидненько. Ладно, ну что, открываем мистический, забираем оттуда тачку, и дай боженька, чтобы сейчас выпала та машина, которой у меня нет здесь на аккаунте. Т-22СР, крутякова, потому что, если я правильно помню, то на этом аккаунте этой машины у меня нет. Сейчас мы в этом с вами, ребят, вместе убедимся, и я хочу сделать еще кое-что. Ай, блин. Не хватает, не хватает, блин. Начался отсчет, и я не могу потратить дни према. Жаль, я просто хотел вот здесь вот за дни према, то есть за 30 дней, купить немножечко бриликов и вместе с вами открыть контейнеры Deluxe. Но, к сожалению, блин, несколько минут, там как только ты, в принципе, активируешь, уже начинается отсчет, ну и, соответственно, с 30 дней превращается в 29 с копейками, ну и, понятное дело, не хватает. Так, уведомление. Видите, Т-22СР, которого у меня здесь на аккаунте не было. Огромное спасибо, это действительно очень круто. Мне безумно понравилось. Буря позитивных эмоций, огромное количество адреналина. Ну и единственное, в чем я расстроен, это в том, что из контейнеров 3 уровня, там где целых 15% шанс выпадения, все-таки не выпал еще один мистический сертификат. Но зато у меня теперь на 5000 больше голды на этом аккаунте, а значит, именно на этом аккаунте мы будем с вами крутить всякого рода рулетки. Еще раз огромное спасибо тому, кто одарил меня сим подарочком. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.